Алина, мы поплыли на теплоходе. Офигеть. Цены тут, конечно, японические. Мы с Лёхой охренели. Да не только мы, но и все. Алина, мы поплыли на теплоходе. Блин, класс. Наверх нас, конечно, не пустят. Мы сидим внизу. Инвалиды, что ж поделать? Сейчас. Не матрё, дама, тоже. Здорово. Ну вот так уже пошли, там в середине между Украиной можно подняться. Дима. Дамир. Таняня. Я видео снимаю. Лёш, чё как бы серьёзный? Офигел от цен, что ли? Жрать хочешь? А я думала, от цен офигел. Они как? Мы можем поднять, мы можем поднять. Они как? Они могут поднять, мы сейчас можем поднять. Домой. Путешествие закончено. Да-да-да-да. Всякий рак и телефон в реке. Таня, как прогулка? Такая же фигня. Я тоже, Лёша. Вам понравилось? Нам, Алексей, да. Алексей, смотри, какой плывет. Ничего себе, Титаник. Реальный Титаник. Не говори-ка. Только 4 труб не хватает. 4 труб не хватает. А ресторан теплоход, огонь. И следом такая. Ресторан теплохода. Да-да-да-да-да. Такая байдарочка небольшая. Да. Догоняют. Опоздал.
Нет, вон она. Алинка! Мы, конечно, в жопе корабля находимся, но все-таки. Мы едем, какой соседний приезжает, только мы внизу. Парящий. Воняет, конечно, речка огонь. Но класс. Проплываем Третьяковскую галерею. Лёша! Классно. Красный октябрь.
Какого уха нет? О, блин, да. Чё-то я балбес. Огонь. Чёся. Смотри, он боком прям. Тань, Тань, проедь немножко. Он боком. Дай, дай сюда. Огонь прям. Я вот прям до этого даю. Никогда не видел, как кораблики паркуются. Все, а дальше вплавь. А дальше вплавь. Прикольно. А дальше вплавь. Дальше? Дальше вплавь. Дальше? Да. Классно, да? Короче, только те ласты гребут. Попал, глянь. А, он сейчас это, сейчас прям встанет, смотри. Оп, оп, сносит. Красный.
класс вообще. Давай, смотри, 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 смотри. Как такую машину держать? Да, убирай. Вообще, Галя. Что, ты жопу снимаешь? Да, да. Вчера в Москве. Огонь. Все.